В эфире Радио России Дагестан. Хайна вахт хайрын маткон радио искрэлэм бо. Радио Россия махашкала ваши холле ихле, Дербент ваши йоколле ючулле, Хасавюрт ваш са, FM не частота бышле, ахрэдн хабар бышкашу таншаа. Республика Дагестан херна ишини сафари ко Москва иха. Маат мангвай сабара ваджибын горушпа алгаву ва иджлас пиши иштирахкау. Республика Дагестан херна Сергей Мельков сафари нирамка бише Россия Федерации ни Совет Федерации ни садри ко Валентина Матвиенко ико горуш мышиха. Сергей Мельков и мангас республика ни социал-экономик вазиятке республике инчи мобилизовать хав уимбиштяк ява мединчке ишан хау. Сергей Ильич, как славный Дагестан заканчивает год, как, какие результаты, как боретесь с санкциями, как дела с мобилизованными, как настроение у людей? Татьяна, настроение у людей, хорошее, патриотичное настроение у людей, если мы говорим сегодня о главных наших задачах. Ребята воюют хорошо, периодически мы направляем туда и парламентские делегации, и глав районов, но так, чтобы они не мешали. Угу. Все согласовываем с военным командованием, с военным руководством. Сейчас мы ряд мероприятий проводим по поддержке участников СВО и населения 4 областей. Что интересно, очень большим успехом пользуются письма детей. Да. Настолько это трогательно, когда там боец или мобилизованный, или контрактник, видно, что ему там... Для ребят это очень такая теплая моральная поддержка детская, это правда. Недавно наши меценаты поехали туда и прям, ну, в тыловом районе, конечно, не на передовой, там, где дислоцируются отведенные перед КАП подразделения, приготовили плов на 1000 человек. Молодцы, здорово. Естественно, там меньше дагестанцев. Праздник был у всех. У всех, включая местных жителей и так далее. А вчера тоже очень трогательно пришло письмо по соцсетям от ветерана, жителя Луганской области, 93 года дедушки, участник Великой Отечественной войны. Пришло письмо в мой адрес, поблагодарил за участие наших ребят и в проведении специальной военной операции, как он написал, от нацистской нечисти, освобождение региона. И поблагодарил за то, что они проявляют к нему заботу, то есть несмотря на то, что у них есть иные военные задачи, они в том числе не забывают. Но это дорого стоит. Что касается экономики, в лучшей у нас на сегодняшний день степени год заканчивают руководители агросектора. Угу. Тоже недавно мы 3 декабря по завершению всех сезонных работ провели большую ярмарку в Махачкале. Со всех районов были представители, значит, у каждого района был свой шатер, похвастались они своей продукцией, своими успехами, своими достижениями после этого. В целом сельхозники хорошо сработали. Очень хорошо. Очень хорошо. У нас рекордный урожай. Где-то надо акцент на переработку, собственно. У вас вот такие, абсолютно прав. Да, перерабатывать, абсолютно. Пусть небольшими партиями, но чтобы... У нас рекордный урожай в этом году по винограду. Угу. И здесь у нас, слава богу, благодаря, опять же, закону, который был принят по развитию виноградства и виноделия, очень хорошо мы здесь, хорошая динамика. Хайнисен Дагестане хедент эмэл бишин махсул бусау уфа. Машлагайри Сергей Меликове Дагестане халк шаирин Расул Хамзатовын вассин юбилей алгаз хазыра алс гэжэн оргкомитетни ижласет иштирахкау. Ижлас Россия Федерацийни премьер-министрини Татьяна Голиковайни хэбвалику илгэчу. Сергей Меликове джуни докладе Россия ильни регион бише ва харич хукмат бишин Расул Хамзатовы сқасырин яғанжаг биште план бишке ишан хау. Махачкала доствари не хаджа горни утаге, дин ва хаштин дюние, дин ва туризм месалабишкен алипкарни истолун горуш илгачо. Ман горуш Махачкала ни епархиен ва Республика Дагестан миллет бишти политика ни ва дин бишти иш бишти министерство ика саджиге хазыр хау. Мачини ишия Республика Дагестан миллет бишти политика ни ва дин бишти иш бишти министерство ни садри Энрик Муслимове, джуни маавине Мурат Шафиеве, Республика Дагестан муфтини маавине Ахмад Мухаммадове, Свято-Успенский кафедральный соборный клирика Владимир Фильчакове, Адат Тревел туркомпанини директоре Муслим Магомедове мамебумше иштиракау. Махачкала Республика Дагестан халк шаира Фазо Алиевани творчествени виртуальный музейн сайт ака. Проект интерактивный водун Джаванар Шислап Марахо коихес.
Вот Азра Кайот Ассисен Дагестан регионный управленный центр Хепцалеюч Улле Азр Увой бы обработать. Ман бы социальный суал бешти жека хайни сурален бэха. Оге ман бы обрабатывать ас хейбле сатни аг анвуфа. Аште он сатес специалистар мачка илякам бы. Мачни хакен маалюмат цурни херунгуэ джуни интервью журналистар шесува. Дагестане нишикей нехары саядаршына рахмати қааркан азахисын ишбу ике кавадун бі МВД-ни ишчерши войну маалуматқа гора са хуацал йоқни ешнани едаршынгын жаназа гергебил хаваник аня яққаны қарағыл авахгы. Сабара саат бішлі дахили ишбишти ишчершис ашкархуин мана хепцали са ешнани гергебил хавани са адамершынгуни машнияқа гей урый. Мане аққайни адамини увойка гушб иярры иха нярый машниянчи едаршына гейч уджус кел ахудеш. Следствиен манчиқа гора ишбу ике кавадун бу. Республика Дагестан правительство на садра Абдулмуслим Абдулмуслимов ищени сафари ко Хасавиртовский район Якахарган. Маат Нураддилова хвете за балинсайни ачылыши иштирака. Ова медни махатни балинсабишти вазиятка танышыха. Нураддилова хве аля уйни балинсай хаиц ухобле койка джигавухесва са сменой тхоцаль инсанас илякас кабыля асбамбышке вахас. Балинса аля ас хепцали 3 уле миллион рубл пулу нагайу кувуха. Машла гайри 3 уле миллион балинсайни йог Сурабаса ас Хаасува. Республика Дагестан правительство не садре, хевани джамаат теза да аля уйни балинцай ко тебрикаву. Мачни кумак по инсанаршис лязымон, югун докторошин кумак хашти хилес ахасын ва Абдулмуслимове уво. Мани хеваха уво бишкагуара йог улей сурай азар инсан ворна. Инсанар джони суал бишкаг абыля ани единая Россия партиени идарая инсанар Республика Дагестан ишни ва социал инкишафни министр Абдурахман Махмудовек абылхаву. Мангусқа инсанар хар жура джони суал бишку абы. Манчини аре хайбышин четнивалике гидгыл иштевхай калками. Мангусқа аврин биштаса афгани давайны иштракчи Ленин кентни хевна ватандаш Омарасхаб Магомедовыха. Мангай джони хаван гедишат юққас кумак хелеваха ишау. Мангуни увой Джуни Хавакс Акет Хуйгот Хуниин. Буйнах сканчени Зайнап Салудинова Джана Ишина Балинсена Джига Джас Галеп Джас Кумак Хева Хаишау. Халеки Манаха Начахни Йолдашка Илия Каворна Ишилка Кхеч Астим Кандешта. Буйнах сни район Гани Саедар Шенгец Акет Хуйгот Хуниин Хав Хаасан Кумак Хехко. Дербенский район Ничини Саедар Шенгец Ушахарши Спасоби Вахас Кумак Хева Хаишау. Машгалы Россияни Девлет Педагожи Университет Нигерцинын Дохакани Дагыстани филиалны базы декабрни из Йоқанчил саат изынче образованини системы инкишафа асын имкам ва тенденция бұдонын умим Россиян ілми практик конференция илгачу. Манчин еше республикани али мактап бішті техникум бішті ва колледж бішті мактап бішті маалимарши, аспирантарши, докторантарши, ілми ішчерши ва студентарши іштирака у. Іштиракчер образованики ваджибни месал бішкен суал бішка иляка. Конференция Сеньякун Бишка, статья Бишен, сборник Чаппыке Кагагас. Россияни правительствени садрини Михаил Мишустини тапширыл ко Дагестанас от Азра Кайхебат Сисенас 3 оле миллион рубл оқа пулуна хува. Ман пул докторошес мааш пыхет каас хува. Манчни хакен маалюмат Сергей Меликове алға вуйни совещания республикани вице-премьера Руслан Алиеве хува. Дагестане гыргын хевтасарфат пишини чолы нёк пише хаан иш бу вахтар таму ин бугыргынан хебдваш игзалы одли азыр хектария ха тохум бээзы. Ман ис одли азыр хектарна оге нисен бишли хехеда водун. Ход азыр хектар оге идезанич ие бишин хашти эзу водун. Республикани хевтасарфатчер шо одваш игзалы одли тасарфат пише ишли мишаан техник айт алишиин. Ман холли фаизна оге нисен али хетта водун. От Азра Кайхот Эстисен Дагестанне аэрофлотыка тезе самолет пышыста паласа ахас. Машина халивална хебле километр одваш метри бухес. Аквална бёгзалі холле метри. Мачка хар жура самолет по каршулам шаас ахасын бы. Мачни ишпишес уфай бишка гора Дагестанне сиси хебад миллиард рубл гайвкас. Манчин харджи федеральный бюджет яка гихы водон.
спортан хабарбы. Калининград Россия на дзюдойный кубок Зенбас пилгач. Омаад Россия не хоц ани регион бешенченю йок одваш спортсменарши Иштирака. О Дагестане спортсменарши Ислам Хаметове ва Васил Давыдове бронзаин медал балеты. Шо ахрейтен хабар бы шиск, рухово шас хабар бы за Гульнара Керимова и вас, и с режиссер Зайнаб Вахабова и Хазырха. О саламат па ахам бы.